На минувшей неделе состоялось посещение депутатами Тихвинского района Центральной больницы имени Калмыкова, которая в последнее время претерпела значительные изменения. Гостей провели в сосудистый центр и показали только что появившийся компьютерный томограф. Новейший аппарат служит для диагностики обширного спектра заболеваний. Это онкология, травмы, гематомы и многое другое. Процедура, которую планируется проводить, будет проходить только по назначению врача и, как уверяют медики, абсолютно бесплатно. Компьютерный томограф мы его получили по программе модернизации для сосудистого центра. Снимки будут просматривать опытные специалисты, мастера своего дела. Уже в 2013 году планируется открытие травматологического томографа. Однако это не все изменения. Также предполагается открытие противоожоговой операционной и приобретение аппарата МРТ, который будет способен выполнять весь спектр услуг. Помимо сосудистого центра, гостей проводили и в отделения, в которых в настоящее время ведутся ремонтные работы. Женская консультация, приемное отделение – все это в ближайшем будущем ожидают существенные изменения. До неузнаваемости преобразилось и детское отделение, а для всех участковых служб приобретены новые автомобили. На улучшение больничных условий были брошены все силы. На данный момент на ремонт всех помещений уже затрачено около 9 миллионов рублей. Подобный фронт работ планируется и в следующем году, а это значит, положительных изменений станет еще больше. Елена Павлова, Руслан Блохин, Пикалевское кабельное телевидение.